Из-за нелепой ошибки волшебники решили сразиться с графом. Ему оставалось только одно — проучить нахалов и отправить их поостыть в подземное царство Нильфхейм. Там нашим героям предстояло найти добрую душу, которая вернула бы их в верхний мир, к Фафнеру. Шпарценкланд, рефате кларен и барен ноем. Нул подкламт ин миссифар, Нифлхайм бонинг авдот, годе йивет одер афтланд, дор. Сом форецу аглибет арбайт аген трагаген. Хитен дорен би, о шпатсон мегон. Снова всем привет, с вами Лакмус и Диабло. И как вы поняли, у нас возникло некоторое недопонимание с Владом, из-за чего мы оказались в этом страшном месте. Это царство мертвых. Здесь нам выкинули перчатку. Давайте на нее посмотрим. Перчатка Влада. Они восприимчивость к волшебству. Восстанавливают жизнь, выпивая ее из ближайшей жертвы. К примеру... Из Влада не получится, наверное. Сейчас я ее опробую. Смотрится, кстати, довольно брутально. Ты оставишь посох? Да посох, прямо скажем, беспонтовый. Ну, тогда пошли дальше. Да, здесь у нас особенность в том, что нужно знать дорогу. Потому что здесь по уровню разбросаны вот такие вот демоны, которые активируются при приближении и превращаются в демонов различных стихий. Ну а секрет в том, что сначала нужно идти сугубо на север. Здесь мы обойдем. И, видимо, придется сразиться. Ой-ой-ой-ой. Секрет еще и в том, что нужно бить противоположной стихии. То есть это был демон жизни, а его нужно бить лучом. Это... А это, кажется, демон огня. Да. Ой. Подсушись. Угу. Через некоторое время, как мы будем идти, мы достигаем пропасти. Здесь нужно двигаться направо. И будет мост. Всех демонов обойти не получится. Это кто? Это какой у нас огонь? Лёд. Его надо. Так, ну ты, конечно, молодец. Я тебя подожгла, извини. Так. Ха, прикол. Я наношу себе урон. Жизнь. Из-за перчатки Влада, наверное. О, вот так лучше. Ну, спасибо. Я стал вампиром. Удружил. Ты ж любишь вампиров. Я нет, я не люблю вампиров. Ну, у тебя... Нет? Разве нет? Я думал, любишь. Ладно, я так старался. Так, это что-то... Молния, судя по всему. Чем? Водой ее? Нет, это вода. Не похоже. Это вода, вода. Ну, по крайней мере, у меня точно вода. Может, и вода. И у тебя вода, ты мокрый. Как-то они не сильно... Льдом? Льдом нормально. И подмораживают. Отлично. Движемся дальше. Ну подожди, я вот... Так, еще один. Это вот походу лед. Я тебя поджег, да? Да. Прошу пардона. Я пошла с тем разбираться.
И вот, по-моему, мост. Сейчас, секунду, я подлечусь. В принципе, можно здесь довольно долго блуждать, если заранее дороги не знать. Но ничего интересного здесь нет, кроме вот этих демонов и практически пустой вот такой вот. Интересно, а есть какое-нибудь достижение за убийство всех демонов в данном месте? Не знаю, я всех не убивал. Не могу сказать. А здесь Хэллоуин, кстати говоря. Какое очаровательное место. Здесь у нас скелетики, которые... Собственно говоря, всех с прошедшим. Да. Скелетики также разделяются на стихии. Но их всех можно довольно удачно бить жизнью, не разбираясь особо по стихиям. Жизнь действует на всех. Но не лишний будет иногда ставить щиты, кстати говоря. Стихии. Так, там еще один в доме где-то засел. Спрятался, гаденыш. Блин. Опа. Вот такой веселый Хэллоуин у нас был. Очаровательное место. Тебе нравится? Да. Но праздник продолжается, как видишь. Мне кажется, или он упал сейчас? Упал. Очень эффектно, кстати, если комбинировать противоположную магику с жизнью, они прям разрываются. Кстати, да. Это надо же угадывать, заморачиваться. Ну, у некоторых видно. Молнию, по крайней мере, сразу видно. Дорино, форберен сибакон инфор, исакар и ябанни. Но что-то мне подсказывает, что так просто. Все не так просто, как обычно. Потому как Влад посоветовать что-то путевое просто не может. Туман кругом. Ты помнишь, что делать? Жизнью? Угу. Только жизнью, да? Как я и говорил, смерть особо нам не поможет. Здесь секрет очень простой. Нужно ждать, пока он подойдет, и долбить жизнью по площади. Только я читаю это. О, вспомнил. Вот таким образом. На скелетов можно особо внимания не обращать. Самое стрёмное, когда он размножается. Мы чуть позже это увидим. Чё-то он только меня прям облюбовал. Тебе не кажется? Ой! Ёп. Забыла, да, что по площади.
И, кстати, убивает с одного удара смертью. Если что. Об этом не нужно забывать. Очень эффективно, если получится удвоить лучи. Ой-ой-ой, вот это вот. Да. Главное не пропустить момент. Бей, бей. Ах ты ж, черт подери. Подбирай, подбирай, а то сейчас у него мало жизни. Подбирай посох. На меня сагрились, по-моему. На тебя, да. Блин. Воскрешай. Что там, ВА? Не то набрала. Я меч не могу подобрать. На меня опять сагрился. Короче, жопа. Сейчас опять чувствую, сдохну. Нет, не сдохну. Ой, я. Меч подобрал, наконец-то. Так, у него осталось ему чуть-чуть, давай вот уже. Да что ж такое-то? Все. Ну, кое-как завалили, можно сказать. В принципе, это конец уровня, насколько я знаю, да? Он такой довольно короткий. Сейчас он нас отправит по другому адресу. На этом мы прощаемся. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Пока-пока.